Мы с вами видим, как к началу сезона лета, значит, торговая сеть народ заманивает новыми товарами. Знаете, друзья, вы спросите себя, а что это за хренотень-то, да? Это что? Это не в бассейн такое, правда? Это не в бассейн. И понять что-то невозможно до тех пор, пока мы не увидим, как вот они это нарисовали. Guys, huh? What do you think, huh? Yeah. Put it in your pool. this guy comes from France. I tell him, take it to the beach, and you and seven girls go out. There you go. Okay, that one is for legs. Yeah. Значит, такой плавающий остров называется. В общем, такие качки с девками молодыми. Я не знаю, можно ли прямо там как-то. Вот, но во всяком случае, может, ноги в водичку и так. Прямо там что? Ну, вообще. Ну-ка, отдыхать. А. Да. В общем, вот такие вот дела. И знаете что? Ты знаешь что? Стоит-то всего $150, ты понимаешь? Не, ну послушай, тут их 6 человек, я смотрю. Нет, 1, 2, 3. 7. Их там 7. Ну послушай, если 7 человек начнут дуть. Или насос. Насос можно. Посмотрите, 13 футов, 4 метра. 4 метра в длину. Да, друзья, без этой вещи я теперь не знаю, как дальше жить. Тем более, что недорого. Видите, друзья, наша корзина наполняется тарелками. Не только в Костко, где мы сейчас находимся, но вообще в магазинах больших у них есть такая манера переставлять разделы местами. Вот мы с трудом нашли это место, где мы сейчас, потому что раньше тарелки были на другом пятачке. Ну ничего, нас так просто не провести, мы свое найдем. Ножи, ложки, вилки, все перенесли. Все переставили местами. Друзья, если кто местный тут у нас смотрит, имейте в виду. Имейте в виду. Вот сюда унесли. В конец самый. Сколько вообще... У нас есть статистика, сколько вилок у нас уходит за месяц там? В одной коробке 1000, да? Нет, 500. Не ведем статистику. В одной коробке 500 вилок и 500 ложек. В общем, уходит, друзья. Ой, как уходит. Кофейные ряды, друзья. Это то место, мимо которого мы пройти не можем. Ань, а вот эти нам не нужны? Нет. А вот эти вот железные банки, это то, что у нас заваривают в кофемашине, которая стоит в кафетерии. Так. Все, кофе, кофе, кофе. Что творится-то? Ой-ой-ой-ой-ой. В зернах. Пошло. Нет конца и края кофейному счастью. И там до конца ряда все в кофею. Вот, друзья, хлебушек называется, да? Значит, cinnamon bread. Он как пирожное, знаете, он такой. Ну, с диабетом, конечно, лучше не подступаться даже близко. Сколько он тут стоит? 5,40. Это нечто. Он с изюмчиком еще. В общем, короче, будете в Костко, обратите внимание, потом будете всю жизнь благодарить. Если здоровье еще есть, возьмите. А вот смотрите, Gloria Vanderbilt, женские штанцы, джинсы, такие тянучие, за $15. Вот посмотрите, что тут у нас. Есть выбор. Так, полотенце не отсюда. Вот. Женщины-то, им только бы, чтоб тянулось. Хотя не могу сказать, что сильно тянется. Не знаю. Нет, ну да, некоторые. Подтягиваются, подтягиваются. Да. Идем дальше. Вот они, сакральные места. Вот они, скрепы нашего офиса. Энергетические бары, которыми мы... Подчуем наших сотрудников, если они вдруг оголодали или чувствуют, знаете, упадок сил. Леонидовна, у нас есть какие-то любимые скрепы? А, есть. Так. Но как... Я их не наблюдаю. Сейчас будем искать. Так, вот. Дошли до конца ряда. Пошли смотреть на любимые черненькие. Вот. Like those kind bars? Вот эти, друзья, хорошо.
идут в нашем офисе. Обычно нам их дарят, но бывает, знаете, нам их дарят медленнее, чем мы их потребляем. Поэтому я вот взял коробочку. Вот эти Анна Леонидовна называла черненькими. Орешки со специями тут у нас. Вот и господи, вот и господи. Почем вещь? $18. И сколько там баров-то? За 18 штук. То есть, грубо говоря, по доллару штучка. Смотрите, мы не экономим на сотрудниках.